Ну і долучаємо до ефіру Ірину Богачевську, філософа та релігієзнавицю, доктора філософських наук і професорку. Вітаємо, доброго дня. Добрий день. Те, що ми зараз спостерігаємо з паствою, з прихожанами Православної церкви Московського патріархату, те, на якому етапі все це перебуває, ну, бо, з одного боку, є пропозиція до них, аби вони долучалися до Православної церкви України, і їм релігійним, їхнім релігійним почуттям нічого не загрожує. З іншого боку, ми розуміємо, що певна кількість людей, не знаю, наскільки вона буде критичною, вони не пристануть на цю пропозицію. Чи може бути для них якась інша конструктивна пропозиція, чи це, ну, просто закрита тема і от інакше не вийде? Выход всегда есть. Безусловно, наиболее оптимальным вариантом с точки зрения единства украинского православия было бы присоединение всех верующих УПЦ Московского патриархата к Православной Церкви Украины, канонической, которая имеет автокефалию, признанной в мировом православии. Это бы решило длящийся десятилетиями раскол Православной Церкви Украины и, безусловно, имело бы конструктивные последствия. Но если все-таки паства под влиянием, скажем так, вот этих отягощающих обстоятельств, вызванных постоянной попыткой противопоставить их в течение многих лет сначала Киевскому патриархату, а потом ПЦУ, все-таки примут решение не присоединяться к ПЦУ, есть возможность напрямую обратиться к Вселенскому патриарху и организовать так называемый экзархат. Такая практика есть в православии, она абсолютно каноническая и легитимная. И тогда эти люди будут просто одной из православных церквей внутри Украины и будут напрямую подчиняться Вселенскому патриарху. А это, как известно, самая авторитетная фигура в мировом православии. Ну, але для цього треба дрібниця розірвати зв'язки з Росією і Російською православною церквою, на що церковні патріархи Московського патріархату не йдуть. І я, знаєте, хочу вас запитати все-таки, як у релігієзнавця, тому що і всередині УПЦ МП є, ну, крім тих випадків людей, які вже оголосили про санкції, у них є друге громадянство, ті, які відкрито підтримують російську агресію, але є і священники, які стоять на проукраїнських позиціях, але з якихось причин вони не переходять у підпорядкування ПЦУ. Їх ПЦУ запрошує, каже, переходьте. Ви, як релігієзнавець, можете нам пояснити, в чому там заковика в канонах, що вони в Московському патріархаті вважають, що вони, ну, я не знаю, чи коректно так казати, що вони правильніше вірують, ніж в Православній церкві України, яка отримала томос, має автокефалію від Всесвітнього патріарха, але вони, ось я чула ці включення з під лаври, вони там говорять, що це самосвяти. Вы знаете, это долгая, многолетняя проблема мирового православия, в котором московский патриархат стремится занять доминирующую роль. Они же не только в светской жизни стремятся к доминированию, они же хотят быть самыми-самыми, так сказать, и править миром еще и в православии. Но едиными они хотят быть. Да. Именно поэтому у них конфликт со Вселенским патриархом. Конфликт многолетний, который начался еще с того момента, когда они не прибыли на последний Вселенский собор РПЦ. Этот конфликт обострился после того, когда Вселенский патриарх пожаловал ПЦУ Томас. Этого они уже перенести вообще не могли. И вот эта вот риторика про то, что ПЦУ образовано на основе Киевского патриархата, а Киевский патриархат для них это самосвято и прочее, она на самом деле, кроме, так сказать, мнения Кремля, ничего канонического под собой, безусловно, не имеет. И используется просто для того, чтобы заморачивать голову. Опять же, это очередное лукавство Москвы, которое мы очень часто, да постоянно наблюдаем на протяжении этих лет.
И тут верующие, к сожалению, в общем-то, часть их находится под влиянием этой пропаганды. С другой стороны, что касается священников, которые, безусловно, лучше знакомы, чем простые верующие, с канонами церкви, с законами церкви, с правилами церкви, они просто, знаете, кто-то проявляет лояльность, не желая все-таки становиться, как бы, как ни крути, переход – это всегда определенный, понимаете, такой шаг. Это все равно, как поменять семью, да, как отказаться от своих родственников. Они в этой церкви были рукоположены в сан, они, так сказать, переросли. Для того, чтобы сделать такой выбор священнику, ему нужно проявить определенное гражданское мужество и определенное мужество верующего. Потому что действительно сейчас выбор: или ты будешь верить в Христа, или ты будешь верить в московский патриархат, или ты будешь служить Богу, или ты будешь служить вот этой структуре, которая оправдывает абсолютно нехристианские вещи. Убийство, агрессию. И мало того, она еще и претендует на мировое господство в нарушение всех христианских канонов. Тобто це якийсь страх, скоріше усталеність і небажання переходити, тому що, дивіться, ось прецедент у Хмельницькому, де під час служби священнослужителі Московського патріархату ногами били військовослужбовця, який повернувся з фронту. Після величезного розголосу і скандалу швиденько церковнослужитель, настоятель цього храму, передав ключі від храму, а громада перейшла в Православну церкву України. Тобто можуть, але після скандалу, тобто тут він уже не забоявся реакції своїх керівників. Вы понимаете, ну, во-первых, давайте все-таки уточним. Не священники били. Били прислуживающие в церкви. Они тоже носят, так сказать, церковное облачение. Поэтому, потому что, ну, не дошло еще до того, чтобы уже священники избивали, так сказать, воинов наших украинских. Но, тем не менее, мы видим, что когда их припирают к стенке, когда они видят, что громада высказывает свое мнение, когда большинство верующих говорит «нет», они, безусловно, вынуждены считаться с паствой. Потому что не паства для церкви, а церковь для паствы, да, в конце концов. И именно поэтому, чем больше инициативы проявляет гражданское общество, чем более оно понимает, что сейчас происходит, что происходит не война с верующими, не война с православием, а происходит просто изгнание пятой колонны России, которая у нас окопалась в Московском патриархате, с территории нашей земли. И это изгнание в условиях войны просто единственно возможное и правильное действие. Ну, але ось цей аргумент, він абсолютно логічний, разом з тим світський. Чи надається він до розуміння тих людей, які є паствою, які є прихожанами Московського патріархату? Тому що, наскільки я розумію, для більшості з них, для великої категорії, важливо не те, які має священник погляди, не те, які він має переконання і спосіб життя, а те, наскільки він там правильно, канонічно, за правилами провадить саму процедуру. А те, що стосується так званого світського життя, для них це ролі не грає. Чи так це? Вы знаете, дело в том, что, вот как говорят, клобук не делает монахом. Да? Любой православный священник, рукоположенный, он ведет службу одинаково. Служба настолько четко, скажем так, протокольное мероприятие, что здесь, ну, только в проповеди он может как бы допустить какие-то импровизации. Все остальное четко в соответствии с правилами происходит. Тут нету никаких различий между ПЦУ, между МП, поют одинаково, покатят одинаково, женят одинаково, все будет одинаково. Вопрос в другом. Дело в том, что вот это многолетнее заблуждение, которое вдавливалось в голову прихожанам Московского патриархата, постоянно московский
патриархат говорит, что они святее всех на свете, что у них эксклюзивное право на правильное православие, что именно они знают, как нужно. Не Вселенский патриарх, не какая-нибудь другая церковь, которых, слава богу, в Диптихе не десяток, а больше. Да? Но они, вот мы монополия, у нас монополия на истину. Вот этот этнофилитизм, в котором их постоянно упрекает и Вселенский патриарх, это типичная основа политики МП. И именно вот это заставляет верующих считать, ну вот только московский поп делает все правильно, да? Только представитель московского патриархата. Это абсолютно не так. Это ни на чем не основано. Это то заблуждение, которое мы должны всячески развенчивать, собственно говоря. Потому что мы видим, что от позиции священника на самом деле зависит очень многое. Зависит то, куда идет его паства. Гражданская позиция священника всегда пример для тех, кто считается его духовными детьми. И именно потому мы видим вот эту разрушительную, деструктивную силу идеологии русского мира. Они же проникают в сознание человека, когда он приходит в церковь, когда он полностью открыт перед Богом, когда у него нет критического мышления. Он же считает слово пастыря последней истиной, да? И тем более отвратительно, когда вот так манипулируют сознанием людей на религиозной почве. И тем более опасно это для духовного здоровья нации, для духовного здоровья общества. Так, ну, звичайно, тут бачите ще і питання правове, ми не будемо зараз його коментувати, але просто не забуваємо, не скидаємо з рахунків те, що воно теж повстало досить конкретно 29 березня, і, власне, яким чином це вирішувати, ну, це, скажімо, інша площина тої самої проблеми. За розмову подякуємо. Ще раз нагадаю, Ірина Богачевська, філософ та релігієзнавиця, доктор філософських наук і професор з нами на прямому зв'язку.